прекрасные, прекрасная сковорода, кулинарные шедевры. Сковороды. Сковороды. Дорогие друзья, у нас две их есть. Две на выбор, либо коричневая, либо красная. Ну, дорогие друзья. Ты некрасиво озвучил цвета. Друзья, да. Давайте по-женски. Ну-ка. Либо вот такой потрясающий красный глубокий цвет, либо шоколадный. Совершенно верно. В чем уникальность? Оль, возьми, пожалуйста, в руку, я сейчас буду рассказывать. Во-первых, уникальность заключается в том, что это настоящий цельный алюминий. Я по весу чувствую, ага. Знаете, хороший такой вес. У хорошей крышка идет в комплекте. Дорогие телезрители, я вам помните говорил, всегда учил, что алюминий в 10 раз лучше по теплопроводности, чем чугун. Во-первых, здесь самое качественное антипригарное покрытие, дорогие телезрители. Здесь толстый алюминий. Ручка вот эта прекрасная, за которую держит Оля Soft Touch. Мало того, что она не нагревается, она еще очень удобная а и еще красивая. Отверстие. Это значит, что эту красивую сковороду вы можете повесить куда-то на вертикальную поверхность своей кухни и украсить ее. И все это за 890 рублей. Совершенно верно, дорогие телезрители. Представляете, какая выгода, уважаемые телезрители. Еще в чем еще уникальность? Во-первых, помимо того, что здесь антипригарное покрытие, Оля, давай покажем. Вы взгляните, какая высота. 7,5 сантиметра. Я стала сомневаться, это точно сковорода? Это сковорода. Это и кастрюля, потому что здесь вмещается легко почти 3 литра. Да, можно тушить, можно жарить стейки, дорогие друзья. Можно все что угодно. Олечка, обрати внимание, несмотря на то, что здесь 10 сантиметров диск диаметра, он равномерно распределяет тепло по всей площади сковородки, по всей, дорогие друзья. И напоминаю, друзья, крышка идет в комплекте, крышка с паровыпуском и тоже, да, как ты говоришь, софт-тач? Да, софт-тач, прорезинена, она не выскальзывает, все очень удобно и достойно, конечно же, два цвета на выбор, дорогие друзья. Друзья, выбирайте свою расцветку, но Олег не Олег, если бы он не стал тестировать ваши новые... Подожди, подождите, дорогие, смотри туда, подожди, пошли, я поведу тебя, идем. Идем. Итак, дорогие друзья, посмотрите, что я сейчас сделал. Я опять плавлю эту трубу. Она... Здесь какая-то жидкость. Ой, это идет с трубы, дорогие друзья. Ничего не пригорает. Смотрите еще раз. Посмотрите, как она плавится. Друзья, не повторяйте этот эксперимент дома. Не надо. Не надо. Конечно же, не надо, потому что я протираю и хочу продемонстрировать нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, смотрите, что я сейчас делаю. Я кладу стейк. Помните, я говорил, что можно жарить? Как аппетитный звук такой. Смотри, мы не добавили масла. Еще раз, я кидаю рядышком, кладу яйцо. Смотрите, так. Я угомониться не могу. У меня большой шмат сыра. Вот, рядышком. Стейк, яйцо без масла и сыр. Посмотрите, я накрываю крышкой и оставляю это на какое-то время. Ничего не пригорит. То есть, я сейчас вам демонстрирую, какое антипригарное покрытие. Как можно готовить стейк, можно жарить что угодно. Оля, но и это еще не все. Оль, я хотел тебе продемонстрировать. Рядом у меня стоит сковородка. Так. Я ее... использую как настоящую кастрюлю. Посмотрите, вы видите, какой великолепный объем, какой большой объем. Можно положить любой суп, дорогие друзья. Потрясающий объем, напомни, какой? Почти 3 литра, дорогие друзья. Друзья, почти 3 литра. Это уникальная действительно сковорода. И стоит она только у нас всего 890 рублей. Оцените вашу выгоду. Олег, ты знаешь, мне сейчас сказали, что наш телезритель заказал сразу 4 штуки себе. И правильно сделала. Итак, дорогие друзья, смотрите, еще раз показываю, что здесь ничего... Слушай, я даже не знаю. Вот я переворачиваю стейк. Нет, может быть, мне перевернуть? Давай. Может, подбросить? Итак, давай. Смотрите, еще раз. Ни капельки масла. Стейк, яйцо и жарится сыр. Вот посмотрите, как я легко подбрасываю. Все зафиксировали? Замерли. Камера замерла. Смотрите. Посмотрите, как легко. Вот она корочка. Да, вот посмотрите, какая корочка. Корочка сырная. Попробуйте. Слушай, у себя ты сделать. Знаешь, я после нашего какого-то эфира дома попробовала тоже поподкидывать и поняла, что у меня просто все прилипает к моей сковороде. Совершенно верно. Итак, дорогие друзья, ну практически все я вам показал. Эта вкусная еда уже готова за мной. Я медленно. Смотрите. Я даже, наверное, протирать не буду. Здесь уже понятно, что все чисто. Итак, видно, друзья, да? Все чисто. К этой сковороде ничего не прилипает, ничего не пригорает. И стоит эта сковорода у нас только 890 рублей. Вы только задумайтесь.